седьмого в день радио был я на танцах, там встретил девчонку красы неземной, я с ней танцевал и спросил ее номер. Она согласилась на встречу со мной, и праздничным утром 9 мая проснулся я с мыслью, что встречу ее. И солнце в тот день улыбалось, сияя, вполне отражая и чувство мое. Прощайте, холмы, трубы, дворы, все здания, река, где любил я играть, и мосты. Пацан ваш подрос, едет он на свидание с прекрасной навеки девчонкой мечты. Вновь встретив ее, я от счастья был пьяным, купил я ей розочку цвета огня, и бабушка чья-то у чаши фонтана за этот поступок хвалила меня. И кой-кто из тех, кто был с нами на танцах, пришел в этот день, в этот парк, где фонтан. Увидев цветок, он посмел посмеяться, что розочку ту подарил ветеран. Запомню навечно я тот день победы, деревья в зеленой незрелой листве, короткие наши, но все же беседы, и след ее туфель на новой траве. Она по пути повстречала подружек, я шел с ними рядом по узкой тропе, но были народу огромные тучи, и мы разделились в огромной толпе. Увы, у нас не было сотовой связи, в те годы мобильник не каждый имел. Она же меня даже и не искала, а я так искал, но найти не сумел. У нас завтра одна из тех самых подружек сказала мне, что не ходил я за ней. И хоть тяжело, но могло быть и хуже, не будь в моей жизни тех солнечных дней.